Новый год – это время волшебства, добра и чудес. И, разумеется, каждый ребенок с трепетом ждет своего заветного подарка. Но исключительно важна вера в чудо для детей с особенностью развития, например, с ДЦП или поражением центральной нервной системы. Для них это не просто подарок, а придание сил и уверенности, что у них все обязательно получится. И сегодня у каждого из нас появилась возможность одновременно укрепить у ребенка веру в чудо, исполнить его новогоднюю мечту и сделать подарок, который будет полезным. Так, дистрибьютор автомобилей «Черри» в России предлагает присоединиться к проекту «Стань волшебником вместе с Черри», исполнив новогодние мечты подопечных фонда «Подарок ангелу». У фонда «Подарок ангелу» сотни подопечных, для которых был подобран ассортимент полезных игрушек, учитывающих их физическое состояние и необходимые потребности для развития. Это творческие наборы, интерактивные столы, конструкторы, шведские стенки и многое другое. Сделать это каждый из вас может уже сейчас. Нужно всего лишь зайти на сайт фонда «Подарок ангелу». Притом каждый участник новогодней инициативы автомобильной компании «Черри» и этого фонда, сделавший пожертвование, получит персональный отчет. А в феврале мы подведем итоги и поделимся результатами. Расскажем, сколько средств было собрано, сколько игрушек было куплено и для каких детей мы сделали Новый год по-настоящему добрым и радостным. Крохотный хэтчбэк Cherry QQ был одним из пионеров китайского автопрома. Россияне наверняка помнят машины первой генерации, что старательно копировали Deo Matiz. А вот модель второго поколения в Россию не поставляли. Между тем, в Китае только что вышла третья. Притом модель радикально сменила концепцию. Теперь это трехдверный микрокар на электрической тяге. По формату «кукушка», как ласково прозвали малышку-владельцы, теперь напоминает Smart. Для трехметровой новинки вдобавок создана отдельная экосистема под брендом iCar. В нее включена сеть шоурумов, система подписки и приложение для владельцев, чтобы подключаться к своей машине. 700-килограммовую трехдверку возит моторчик на 27 сил, а 10-киловаттной батарейки хватает на 120 км пробега. Впрочем, есть более емкий вариант аккумулятора, с которым QQ должен проезжать 170 км. И то ли ностальгия по первым кукушкам, то ли цена на уровне мотоцикла заставляют китайцев буквально выстраиваться в очереди.